Всем привет, с вами Серега Отвертка, и сегодня мы попробуем сделать большой бенгальский огонь. Для этого я купил 11 пачек обычных бенгальских огней, в принципе их можно взять сколько угодно, но после 11 пачки меня задушила жаба, так что 11 пачек. Чтобы сделать наш бенгальский огонь, нам необходимо все их вытащить из упаковки и соединить вместе. Сделать это можно с помощью проволоки или с помощью стяжек. Ну вот, столько вот много бенгальских огней у нас получилось. Сейчас мы их будем между собой соединять с помощью стяжек и проволоки. Собственно, такая вот у нас получилась бенгальская палка. Ну и еще один бенгальский огонь я вставил сверху в качестве фитиля. Осталось только дождаться вечера, чтобы испытать этот адовый бенгальский факел. Мы устанавливаем наш бенгальский огонь и поджигаем его. Сейчас посмотрим, как оно у нас загорится. Да, что-то, конечно, не очень загорелось, придется поджечь все бенгальские огни сразу. Охренеть! Вот так вот у нас быстро прогорели все наши огни, вот что от них осталось. Не повторяйте этот эксперимент. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Всем пока. Любишь качественный звук? Тогда тебе на beatsbeats.ru. Широкий выбор наушников по приемлемым ценам. beatsbeats.ru. Ссылка в описании.